Здравствуйте, дорогие рукодельницы и гости канала. Меня зовут Елена. Я рада, что вы зашли на мой канал «Мир рукоделия и творчества». Сегодня я предлагаю вам мастер-класс по вязанию вот такого красивого ажурного узора. Узор связан крючком. Связала я его из трех цветов пряжи. Пряжа для вязания узора у меня была, название пряжи «Кружевная», торговая марка «Пехорка». Производство Россия. Метраж у пряжи, может, кому-то интересно, 50 грамм 280 метров. Состав 100% акрил. И три цвета пряжи я буду использовать для вязания узора. Это 166 суровый, 180 бегония и 411 цвет мята. Вы можете подобрать по составу и метражу любую пряжу, которая у вас есть. Данный узор будет смотреться из любого типа и вида пряжи, независимо от толщины и состава пряжи. Также вы можете цветовую гамму подобрать по своему желанию и усмотрению. Можете связать узор однотонным цветом пряжи или сочетать несколько цветов пряжи, то есть каждый раппорт связать разным цветом. Можно вот эти полосочки связать одним цветом, а цветочки другим цветом и использовать только два цвета пряжи для вязания, при вязании этого узора. Узор очень универсальный, он выглядит одинаково с обеих сторон, что с лицевой и с изнаночной. Здесь даже нет ни лицевой стороны, ни изнаночной, так как он с обеих сторон выглядит одинаково. Это огромнейший плюс, если вы будете вязать, например, покрывало, пледы, коврики, наволочки, декоративные подушки. То есть, если будете использовать этот узор для вязания предметов, для уюта и создания вещей для интерьера, помещений, жилых, нежилых и так далее. Вы также можете этим узором связать очень симпатичный у вас получится топик, маечка, жакет, кофточка, кардиган, шарфик. Можно связать даже снуд, шапочку. То есть, вот смотрите, какой очень интересный и в то же время очень легко вяжется узор, который я сейчас вам хочу показать. Полный мастер-класс по вязанию вот этого узора. Он вяжется настолько легко, просто и быстро, что его может связать любая начинающая вязальщица, которая только-только осваивает технику вязания крючком. Для вязания вам потребуется любая пряжа, которая у вас есть, и крючок в зависимости от толщины и метража пряжи. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов. Вязать мы будем вот по этой схеме. Схема будет прикреплена в конце видео, а также ссылку для того, чтобы скачать и распечатать схему, вы можете пройти по ссылке, которая указана в описании под видео в инфобоксе, и распечатать схему, вязать со мной по видео мастер-классу и смотреть одновременно схему и мастер-класс. Так вам будет удобнее вязать и научиться читать схемы. Сохраните обязательно данный мастер-класс себе в плейлист. Может быть, вам этот узор когда-нибудь да понадобится. И вы им воспользуетесь, моим мастер-классом, и свяжете себе очень красивую и оригинальную вещь. Приступим к вязанию. Начнем легких нам петелек. Для начала вязания набираем цепочку из 38 воздушных петелек. Цепочку из 38 воздушных петелек я набрала и приступаем к вязанию первого ряда. Первый ряд по схеме вяжется, это одна воздушная петелька, и в каждую петельку цепочки провязываем по одному столбику без накида. Я набрала цепочку 38 воздушных петелек, одну петельку цепочки пропускаю, вот эту первую. И во вторую вяжу один столбик без накида. Во вторую петельку цепочки. В третью петельку цепочки провязываю второй столбик без накида.
и так далее. В каждую петельку цепочки провязываю по одному столбику без накида. Должно получиться 37 столбиков без накида. Цепочка 38 воздушных петелек, одна петелька подъема, и получается у нас 37 столбиков без накида. Вот таким образом вяжем до конца ряда одни столбики без накида. В каждую петельку цепочки провязываем. Вот что у меня получается начало первого ряда. Читаем схему второго ряда. В каждый столбик без накида первого ряда провязываем один столбик без накида. Должно получиться во втором ряду 37 столбиков без накида. Но эти столбики без накида вяжем за заднюю стенку. Сейчас я вам покажу. Разворачиваю вязание на другую сторону. Одна воздушная петелька подъема. И вяжем столбик без накида за заднюю стенку. Вот то, что вы видите, это передняя стенка, которая смотрит на нас. Сзади задняя стеночка, вот она, посмотреть вот эту цепочку, то петельки, которые смотрят на нас, это передняя стенка, а здесь второй ряд — это задняя стенка. Мы вяжем второй ряд за заднюю стенку, все петельки за заднюю стенку. Приступаем к вязанию второго ряда. То есть одну петельку подъема я провязала и вяжу за заднюю стенку один столбик без накида. То есть вот смотрите еще раз. Одна воздушная петелька подъема и в столбик без накида за заднюю стенку я вяжу один столбик без накида. То есть за заднюю стенку столбика без накида первого ряда, во втором ряду я вяжу один столбик без накида. Таким образом. Должно получиться 37 столбиков без накида, которые мы провязываем за заднюю стеночку. То есть вот за петельку, которая идет во второй линии. Таким способом вяжем до конца второго ряда. Должно получиться 37 столбиков без накида. На схеме связано два ряда столбиков без накида. Я связала 4 ряда столбиками без накида. Вяжем третий ряд по схеме. Одна воздушная петелька, 3 столбика без накида за заднюю стеночку, 2 воздушных петельки, и в седьмой столбик без накида провязываем 7 столбиков с одним накидом между столбиками по одной воздушной петельке. 2 воздушных петельки. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков без накида пропускаем. И в седьмой провязываем первый столбик без накида, в следующую петельку второй, третий, четвертый, пятый. 5 столбиков без накида провязываем и вяжем следующий элемент, ракушечку, либо цветочек. Давайте попробуем связать третий ряд по схеме. Значит, одна воздушная петелька, вязание разворачиваю. Так, и по схеме нам надо связать 1, 2, 3. 3 столбика без накида за заднюю стеночку. 1, 2, 3. 3 столбика без накида за заднюю стеночку. Так, далее
2 воздушных петельки, 1, 2, и вяжем, пропускаем, то есть 6 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6, и в 7 вяжем 7 столбиков с одним накидом между столбиками по 1 воздушной петельке, 1, 2, 3, 4, 5, 6, пропустила, и в 7 я вот здесь вот свяжу за 2 петельки вместе, я не буду вязать за заднюю, это будет большая дырочка. Провязываю 7 столбиков с одним накидом между столбиками по 1 воздушной петельке. Так, 1, 2 столбик, 1 воздушная петелька, 3 столбик, 1 воздушная петелька, 4 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, 5 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, 6 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, 7 столбик с одним накидом. Далее 2 воздушных петельки, 1, 2, пропускаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 петелек пропускаем, так, 2 воздушных петельки, далее пропускаем 6 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6, и в 7 столбик без накида за заднюю стенку я вяжу первый столбик без накида. По схеме мы должны связать 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков без накида за заднюю стенку. То есть первый столбик связала без накида за заднюю стенку. Второй столбик. Третий столбик без накида. Четвертый столбик без накида за заднюю стенку. И пятый столбик без накида провязала за заднюю стенку. 2 воздушных петельки. 1, 2 и пропускаем мы, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 7 столбик без накида провязываем 7 столбиков с одним накидом между столбиками с одним накидом по 1 воздушной петельке. То есть 2 воздушных петельки и вяжем цветочек. Так, для этого нужно нам пропустить 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И за 2 петельки, переднюю и заднюю, я провязываю первый столбик с одним накидом. Еще надо мне провязать еще 6 таких столбиков с одним накидом между столбиками по 1 воздушной петельке. Воздушная петелька. Второй столбик с одним накидом. Воздушная петелька. Третий столбик с одним накидом. Воздушная петелька. Четвертый столбик с одним накидом. Воздушная петелька. Пятый столбик с одним накидом. Воздушная петелька. Шестой столбик с одним накидом. Воздушная петелька. Седьмой столбик с одним накидом. Так, ракушечку связали. 2 воздушных петельки. До ракушечки и после провязываем. По схеме пропускаем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в 7 вяжем первый столбик без накида. Потом следующий 2 и 3. В конце ряда у нас должно быть 3 столбика без накида. Пропускаем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 7 столбик за заднюю стенку провязываем столбик без накида. Это будет первый столбик. Второй столбик вяжем в следующий столбик без накида предыдущего ряда. Все столбики вяжем за заднюю стеночку. Вот у нас получилось, мы закончили ряд 3 столбиками без накида за заднюю стеночку. В рапорте у нас будет 2 ракушечки. То есть не в рапорте. То есть раппорт состоит из одной ракушечки. В вязаном образце у меня будет 2 ракушечки. Приступаем к вязанию следующего ряда. Читаем схему. По схеме это будет 4 ряд. 4 ряд у нас будет читаться на схеме слева направо. То есть 1 воздушная петелька.
2 столбика без накида за заднюю стенку, 2 воздушных петельки, и вяжем пышные столбики в воздушные петельки. По одному пышному столбику должно получиться 6 пышных столбиков. Давайте начнем вязание. 1 воздушная петелька, разворачиваю вязание на другую сторону и вяжем 2 столбика без накида, то есть в каждый столбик по одному столбику без накида. Столбики вяжем за заднюю стеночку, то есть один столбик я провязала, второй столбик вяжу в следующий столбик без накида, только за заднюю стеночку его провязываем. 2 воздушных петельки и вяжу первый пышный столбик. Первый пышный столбик провязываю между столбиками с одним накидом предыдущего ряда. Пышный столбик состоит из 4 вот таких вот незавершенных столбиков с одним накидом. Раз столбик, 2, 3, 4. То есть это даже не пышный столбик, это 4 столбика с одной вершины. Но мы с вами свяжем по-другому. Можно и таким способом связать данный узор. А думаю, свяжем с вами как вот по схеме. Я вам показала простой вариант, а мы с вами свяжем вот по схеме. Вот делаем накид на крючок. Рабочую нить вытягиваем. У нас получилось 2 петельки. Накид. Рабочую нить вытягиваем. Получилось у нас на крючке 4 вот таких петельки. И еще раз накид. Протягиваем. Получилось у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 петелек. 6. Так, 6 вот у меня получилось. И еще раз. Такой вот протянула. Должно быть получиться у меня 8. 8 вот таких протяжечек. Соединилось все вместе. 1 воздушная петелька. И вяжем второй пышный столбик. Давайте еще раз я вам покажу. Раз. Вот смотрите, накид на крючок. Протягиваем нить. Получилось у нас 2 протяжки таких вот. Мы должны сделать еще таких 3. Накид, вторая протяжка. Накид, третья протяжка. Накид, четвертая протяжка. Все 8 петелек у нас на крючке получилось 8. Соединяем вместе. 2, то есть 1 воздушная петелька. Соединительно. И таким образом вяжем еще 4, то есть всего должно быть 6, 2 связано, еще 4. Давайте снова вам покажу. Накид. Рабочую нить протягиваю. Получилось у меня вот протяжечка. Это будет считаться как за одну протяжку. На крючке, вот если вот эту не считать, петельку, то 2. Вторую протяжку сделали. Третью. И четвертую. Если не считать вот эту петельку, то на крючке должно быть 8 петелек. С этой петелькой 9. Вот таким образом вяжем пышный столбик по схеме. Далее 1 воздушная петелька между пышными столбиками по одной воздушной петельке. 1 протяжка, 2 протяжка, 3, 4. Соединили все петельки вместе и 1 воздушная петелька. Это у нас получилось пышный столбик. Так. Соединили, 1 воздушная петелька провязали, и еще остается 2 пышных столбика.
Раз протяжка, два протяжка, три, четыре. Пышный столбик. Все петельки соединили. Вот у нас должно быть на крючке 8, да еще одна 9. Пышный столбик связали. Одна воздушная петелька. И таким же образом вяжем завершающий пышный столбик. Раз протяжка, два, три, четыре. Пышный столбик соединили. Все. Ракушечку такую вот связали. Такую красивую ракушечку у нас получилось. Две воздушных петельки. Раз, два. И один столбик пропускаем без накида. Во второй, за заднюю стенку, вяжу первый столбик без накида. Всего должны связать три столбика без накида. В следующую петельку за заднюю стенку я вяжу второй столбик без накида. В следующую петельку за заднюю стенку вяжу третий столбик без накида. Крайние столбики у нас остаются без внимания. То есть мы здесь первый пропустили и последний здесь не провязываем в него ничего. Так, две воздушных петельки. И вот в эту ракушечку мы провязываем 6 пышных столбиков. Между пышными столбиками по одной воздушной петельке. Раз протяжка, два протяжка, три и последний раз 4. Все. 8 петелек у нас на крючочке. Протягиваем все петельки вместе, соединяем. И одна воздушная петелька. Между пышными столбиками по одной воздушной петельке. Следующий. Раз протяжка. Два. Три. Четыре. Петельки соединили. Все вместе. Одна воздушная петелька. Следующий пышный столбик. Вяжем пышные столбики между столбиками с одним накидом. Раз протяжка. Два протяжка. Три протяжка. Четыре. Все 9 петелек соединили вместе. Одна воздушная петелька. Между столбиками начинаем вязать пышный столбик. Раз протяжка. Два. Три. Четыре. Петельки соединили вместе. Одна воздушная петелька между пышными столбиками. Раз протяжка. Два. Три. Четыре. Все петельки соединили. Одна воздушная петелька между пышными столбиками. Раз протяжка. Два. Три. Четыре. Все петельки соединили вместе. И между, то есть ракушечками у нас идет две воздушных петельки. Так, две петельки провязали. Один столбик без накида первый пропускаем. Во второй за заднюю стеночку вяжем один столбик без накида. В третий столбик без накида провязываем второй столбик без накида. Должно получиться у нас два столбика без накида. Вот какая красота у нас с вами связалась. Вяжем следующий ряд. Разворачиваем вязание на другую сторону. Одна воздушная петелька подъема. И в каждый столбик без накида предыдущего ряда за заднюю стеночку провязываем столбик без накида. То есть первый столбик я без накида провязала один столбик без накида за заднюю стенку. Во второй столбик без накида провязала второй столбик без накида. Здесь вот у нас была цепочка из двух воздушных петелек. В нее провязываем два столбика без накида. Раз, два. Вершину пышного столбика в каждую вершинку провязываем по одному столбику без накида. Между столбиками, между пышными столбиками, там где у нас была воздушная петелька, провязываем по одному столбику без накида. Вершину пышного столбика, столбик без накида, между пышным столбиком один столбик без накида, вершину пышного столбика, столбик без накида, между пышными столбиками столбик без накида,
вершину пышного столбика, столбик без накида, между пышными столбиками, столбик без накида и так далее. В каждую петельку провязываем по одному столбику без накида. Здесь вот у нас было 2 петельки, провязываем 2 столбика без накида. Здесь у нас было 3 столбика без накида, провязываю 3 столбика без накида в каждую петельку, заднюю петельку столбика по одному столбику. Должно получиться 3 петельки, то есть 3 столбика без накида. Так, вот здесь вот у нас между пышным столбиком и столбиками без накида 2 воздушных петельки. Провязываем в них 2 столбика без накида. В вершину пышного столбика вяжем 1 столбик без накида. Между пышными столбиками провязываем по одному столбику без накида. Так, между пышными столбиками по столбику и в вершину пышного. И вот в каждую петельку провязываем по одному столбику без накида. Должно получиться 37 столбиков без накида. Вы потом можете проверить, посчитать у себя. Должно быть ровно 37 столбиков без накида. Так, вот где у нас 2 воздушных петельки, провязываем 2 столбика без накида. И заканчиваем ряд в каждый столбик без накида по одному столбику без накида за заднюю стенку. С вами приступаем к вязанию узора. Так, поворачиваем вязание. 1 воздушная петелька. И в каждый столбик без накида предыдущего ряда за заднюю стенку провязываем по одному столбику без накида. Вяжем столбики без накида. В количестве 37 столбиков должно быть у нас в одном ряду. И все столбики провязываем за заднюю стеночку. То есть еще один ряд свяжем одним цветом в третьем ряду столбиков без накида. Я поменяю нить, буду вязать нитью другого цвета. Вы можете не менять, а сделать узор однотонным. Это уже все на ваше усмотрение. Так, должно получиться 37 столбиков без накида. В каждую петельку, за заднюю петельку, вяжем по одному столбику без накида. Узор вяжется очень легко и просто, и выглядит очень симпатично. Так, вот у нас связали мы второй ряд столбиков без накида. Я сейчас присоединю нить другого цвета и свяжу 2 ряда столбиков без накида, только уже в другом цвете. То есть вот таким образом я присоединяю нить. Все просто. Закрепляю кончик.
И все, завязываю узелок и вяжем дальше. Так, одна воздушная петелька, разворачиваю вязание и в первый столбик без накида за заднюю стеночку провязываю столбик без накида. Следующий столбик без накида за заднюю стеночку провязываю второй столбик без накида. До конца ряда вяжем 37 столбиков без накида за заднюю стеночку. Нить у меня 166 цвет, суровый. Я буду вязать этим цветом еще 2 ряда. То есть по схеме вяжется 4 ряда столбиками без накидов за заднюю стенку. Я связала 4 ряда столбиков без накида. 2 ряда розовым цветом и 2 ряда светлым цветом. Вяжем рисунок. 9 ряд это 3 воздушных петельки, 1 соединительная петелька, 3 столбика с одним накидом между столбиками, с одним накидом по 1 воздушной петельке. 2 воздушных петельки, 6 столбиков без накидов предыдущего ряда пропускаем и вяжем в каждую петельку столбика без накида 5 столбиков без накида. Так, 3 воздушных петельки подъема, 1, 2, 3, разворачиваю вязание, 1 соединительная петелька и в первый столбик без накида провязываю 1 столбик без накида за обе петельки, за переднюю и заднюю стенку. Так, первый столбик, 1 воздушная петелька, второй столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, третий столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки, пропускаю 6 петелек, 6 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в седьмую я вяжу за заднюю стенку первый столбик без накида. Второй столбик без накида за заднюю стенку. Третий столбик без накида за заднюю стенку. Четвертый столбик без накида за заднюю стенку. Пятый столбик без накида за заднюю стенку. 2 воздушных петельки. Пропускаю 1, 2, 3, 4, 5, 6. В седьмую петельку за обе стеночки, за переднюю и за заднюю, я вяжу первый столбик с одним накидом. У нас должно быть в одной петельке основания провязано 6 столбиков с одним накидом между столбиками по одной воздушной петельке. 1 воздушная петелька, 2 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, 3 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, 4 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, 5 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, 6 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. Седьмой столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. И 1, 2, 3, 4, 5, 6 пропустили в седьмую петельку. Это задняя стенка столбика без накида. Провязываем столбик без накида. В следующую петельку провязываем второй столбик без накида. Третий столбик без накида. Четвертый и пятый. Все 5 столбиков без накида провязали за заднюю стенку столбиков без накида. 2 воздушных петельки пропускаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в седьмую петельку за обе стенки провязываем 4 столбика с одним накидом между столбиками по одной воздушной петельке. 1 столбик, 1 воздушная петелька, 2 столбик, 1 воздушная петелька, 3 столбик, 1 воздушная петелька, 4 столбика с одним накидом. Провязано. Вяжем 10 ряд по схеме. 3 воздушных петельки подъема. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание.
И между столбиками с одним накидом вяжем один пышный столбик. Раз протяжка, два протяжка, три протяжка, четыре протяжка. Должно быть получиться 8 петелек и плюс 1, 9. Через 9 петелек протягиваем рабочую нить. Одна воздушная петелька между пышными столбиками. Приступаем к вязанию второго пышного столбика, который вяжется между двумя столбиками с одним накидом. Раз протяжка, два протяжка, три протяжка, четыре. Все петельки соединили. Получилась у нас одна петелька, и через нее протягиваем рабочую нить. Это у нас одна воздушная петелька. Между пышными столбиками по одной воздушной петельке. Следующий пышный столбик, третий по счету. Раз протяжка, два, три, четыре. Рабочую нить протягиваем через все петельки. И одна воздушная петелька. Так, здесь вот после веерочка надо провязать две воздушные петельки. Раз, два. Далее пропускаем первый столбик без накида. Во второй провязываем за заднюю стенку столбик без накида. Второй столбик без накида вяжу в следующую петельку за заднюю стеночку. И третий столбик без накида. То есть у нас первый столбик и последний в предыдущем ряду остаются без внимания. То есть мы в них ничего не вяжем. Так, вяжем следующую ракушку. 2 воздушных петельки. И между столбиками с одним накидом провязываем один пышный столбик. Раз протяжка, два протяжка, три протяжка, четыре протяжка. Соединяем все петельки в одну. Одна воздушная петелька между пышными столбиками. В следующую воздушную петельку провязываем второй пышный столбик. Раз протяжка, два, три, четыре. Соединяем. То есть он какой-то у меня мелковатый получился. Так, давайте снова. Надо побольше петельки вытягивать. Раз протяжка, два, три, четыре. Соединила. Одна воздушная петелька. Между столбиками с одним накидом вяжем третий пышный столбик. Раз протяжка, два, три, четыре. Так, извините. Давайте снова. Раз, два, три, четыре. Провязала. Одна воздушная петелька. 3 пышных столбика провязала. Четвертый. Раз протяжка. Два, три, четыре. Провязала. Одна воздушная петелька. Между столбиками вяжем 5-й пышный столбик. Раз протяжка, два, три, четыре, одна воздушная петелька и 6-й пышный столбик вяжем между 6-м и 7-м столбиком с одним накидом первого ряда. Так, все, провязали. 2 воздушных петельки до и после ракушечки всегда вяжем. Первый столбик пропускаем, во второй за заднюю стеночку вяжу первый столбик без накида, в следующую петельку второй столбик без накида и третий столбик без накида. Последний и первый столбики без накида у нас остаются без внимания. 2 воздушных петельки. Между столбиками, между первым и вторым, вяжем первый столбик, пышный столбик. Давайте. Между первым и вторым вяжем пышный столбик. Раз протяжка, два протяжка, три протяжка, четыре. Соединили все петельки вместе.
1 воздушная петля. Так, между вторым и третьим вяжем пышный столбик. Второй пышный столбик по счету. 1 протяжка, 2 протяжка, 3 протяжка, 4. Так, 1 воздушная петелька. И третий пышный столбик мы вяжем между третьим и четвертым столбиком с одним накидом предыдущего ряда. 1 протяжка, 2 протяжка, 3 протяжка, 4 протяжка. Соединили. И заканчиваем вязание одним столбиком с одним накидом в третью петельку подъема. Так, все. Провязали один столбик с одним накидом. Это у нас вторая ракушечка по счету получилась. Смотрите, какая красота. Узор очень легко вяжется и очень красивый. Вяжем 11 ряд. 1 воздушная петелька подъема. Разворачиваю вязание. И в столбик, где у нас был один накид, провязываю первый столбик без накида. Так, провязали. Далее, в вершину пышного столбика провязываем столбик без накида. Между пышными столбиками провязываю столбик без накида. В вершину пышного столбика провязываем один столбик без накида. Между пышными столбиками провязываем столбик без накида. В вершину пышного столбика провязываю столбик без накида. Там, где у нас была связана цепочка из двух воздушных петелек, провязываем 2 столбика без накида. За заднюю стеночку в каждый столбик без накида у нас здесь 3. Провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Так, в цепочку из двух воздушных петелек вяжу 2 столбика без накида. Так, в вершину пышного столбика 1 столбик без накида. Между пышными столбиками 1 столбик без накида. Вершину пышного столбика столбик без накида. Между пышными столбиками 1 столбик без накида. Вершину пышного столбика столбик без накида. Так, между пышными столбиками столбик без накида. Вершину пышного столбика столбик без накида. Таким образом вяжу до конца ряда. Должно получиться 37 столбиков без накида. Так, 2 столбика без накида. За заднюю стеночку, там, где у нас 3 столбика без накида, провязываем по одному столбику без накида за заднюю петельку. Так, там, где вот у нас цепочка из двух воздушных петелек, 2 столбика без накида. Вершину пышного столбика 1 столбик без накида. Между пышными столбиками 1 столбик без накида. Вершину пышного 1 столбик без накида. Между пышными столбиками 1 столбик без накида. В пышный столбик 1. И заканчиваем ряд столбиком без накида. Таким образом мы должны провязать в каждый столбик без накида по одному столбику без накида за заднюю стенку. Вяжем следующий ряд. 1 воздушная петелька подъема и в каждый столбик без накида за заднюю стеночку вяжем по одному столбику без накида. Нитью светлого цвета я провяжу 2 ряда, то есть вот этот ряд. Третий и четвертый я поменяю нить другого цвета и свяжу за кадром еще 2 ряда уже нитью другого цвета. Всего должно получиться у нас 4 ряда столбиков без накида за заднюю стенку. В каждом ряду по 37 столбиков без накида.
Провязала я 2 ряда столбиков без накида нитью светлого цвета и 2 ряда столбиков без накида нитью цвет мята. Номер пряжи 411. Так, далее вяжем ракушечку, которая вот связана первым. То есть в первом ряду нитью розового цвета. Это у нас по схеме ряд номер 3. То есть получается 15 ряд. Это повторение третьего ряда по схеме. Приступаем к вязанию 15 ряда по схеме. 15 ряд, повторение третьего ряда. 16 ряд, повторение четвертого ряда. 17 ряд, повторение 5 ряда по схеме. Я сейчас с вами свяжу 15 ряд, а далее я уже буду вязать за кадром и покажу, что у меня получилось в результате вязания. Так, приступаем к вязанию 15 ряда. Одна воздушная петелька подъема, разворачиваю вязание на другую сторону. В первый столбик без накида за заднюю стеночку провязываю 1 столбик без накида. Это у нас будет первый столбик без накида. Во вторую петельку провязываю еще 1 столбик без накида. Это второй по счету. За заднюю стеночку провязываю в следующую петельку 3 столбик без накида. 2 воздушных петельки пропускаю. 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в седьмую петельку за обе петельки, за переднюю и заднюю, я провязываю первый столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. В эту же петельку основания провязываю второй столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. 3 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. 4 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, 5 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, 6 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, 7 столбик с одним накидом. Так, 2 воздушных петельки до ракушечки и после. Пропускаю 1, 2, 3, 4, 5, 6 и в седьмую петельку за заднюю стенку провязываю первый столбик без накида. Во вторую петельку второй столбик без накида. В третью петельку четвертый столбик без накида. Так, в пятую петельку пятый столбик без накида. Должно получиться... Так, вот у меня 4 связано. 1, 2, 3, 4. Пятый столбик без накида. 2 воздушных петельки. 1, 2. И в седьмую петельку, 1, 2, 3, 4, 5, 6, в седьмую за обе стеночки я провязываю первый столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, 2 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, 3 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, 4 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька, 5 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. 6 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. 7 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. Пропускаю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 7. Так, я вяжу первый столбик без накида. Следующий за заднюю стеночку. Второй столбик без накида. И 3 столбик без накида. Вот что у меня получилось. То есть, таким образом ракушечки в шахматном порядке чередуются. Я провяжу 3 раппорта в высоту, и 2 у меня раппорта получилось в ширину. То есть, 1, 2 это в ширину, и 1, 2, 3 у меня будет в высоту. Связала я образец. Посмотрите, какая у меня красота получилась. Узор, он двухсторонний, получается, что и с лицевой стороны, и с изнаночной узор смотрится одинаково.
То есть это идеальный узор для вязания покрывал, пледов, ковриков. Смотрите, как красиво. Я подобрала нежные пастельные цвета пряжи. Связала я в высоту 22 ряда. У меня получилось ширину 2 раппорта, высоту 3 раппорта. Первых начало у меня связано не по схеме, по схеме 2 ряда столбиками без накидов. Я связала 4 ряда и закончила тоже, провязав 4 ряда столбиков без накида. В итоге у меня 22 ряда в высоту. В ширину я набирала 38 воздушных петелек. Давайте с вами посмотрим, какие размеры у меня получились у вязаного образца. Буду замерять по самой высокой стороне. То есть высота у меня образца 9 сантиметров, ширина 11 сантиметров. Вязала я образец из пряжи кружевная, торговая марка производителя Пихорка. Метраж 50 грамм 280 метров. Состав пряжи 100% акрил. Крючок номер 2. Кловер. Производство Япония. Вот по этой схеме. Схему вы можете посмотреть в конце видео. Она будет прикреплена. А также ссылку на схему я оставлю в описании под видео в инфобоксе. Вы можете пройти по ссылке, скачать и распечатать схему. Очень красивый узор. У нас с вами связался. Вы можете сохранить данное видео у себя в плейлисте и сохранить его, и потом, если, допустим, что-то вам захочется связать, вы можете его с легкостью найти. Я надеюсь, мастер-класс вам понравился. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео и полезной информации об обзоре пряжи, распаковке заказов, мастер-классы. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч.